Командор – порода собак. Командоров с полным правом можно назвать царями венгерских овчарок. Размеры, величавая осанка, красота, сила и гордое спокойствие этих собак внушают уважение. Впервые увидев командора, вполне можно испытать чувство страха. Но оно тут же исчезает при взгляде в его теплые темные глаза. Командор – это одна из крупнейших пород собак вообще. Кроме всего прочего, их большой рост подчеркивает очень длинная шнуровая шерсть, покрывающая все тело и даже глаза собаки. Командор энергичен, своенравен и упрям, но при правильном воспитании из него вырастает надежный и преданный друг. Командор – это одна из крупнейших пород собак вообще. Кроме всего прочего, их большой рост подчеркивает очень длинная шнуровая шерсть, покрывающая все тело и даже глаза собаки. Командор энергичен, своенравен и упрям, но при правильном воспитании из него вырастает надежный и преданный друг. Характер собак-командор. Командор очень суров и беспощаден к своим врагам в лице волков и медведей, которые хотят напасть на охраняемое стадо, но к своему хозяину очень почтителен. Эти собаки являются идеальными сторожами для дома, так как очень настороженно относятся к посторонним лицам. Командоры бесстрашны, смелы и бдительны. Но несмотря на все вышеперечисляемое, на удивление прекрасно вписываются в городскую жизнь. Окрас породы. Окрас командора всегда белый. Шерсть свернута в длинные шнуры. На ощупь напоминает вайлок или фетр. Подшерсток пушистый и мягкий. Шерсть не нужно расчесывать и чесать. Она сама сворачивается в шнуры, но происходит это медленно. Только к 2 годам длина шнуров становится полной. Особого ухода за шерстью не требуется, но если собака грязная, ее нужно помыть. Намылить намоченную шерсть специальным шампунем, хорошо прополоскать и вытереть полотенцем. Расчесывать собаку после купания не нужно.